17-17 действия. У нас получилось маленький сбой, не маленький, а с большими потерями сбой. В том, что объекты были досланы на дополнительную экспертизу и проходили, ну это, будем говорить, эту процедуру. А в связи с этим у нас затянулись и торги, и так далее, и тому подобное. То есть для нас было очень-очень это значимо. Неприбыльность по первому полугодию у нас будет и в дальнейшем, потому что мультипредприятия, работающие с финансами только лишь бюджета, мы не имеем права, допустим, как бы завышать себе или показывать недостоверную информацию о том, что мы будем прибыльны. Прибыльно заключается в том, что мы зарабатываем за процент заказчика 2,5%, 2,19% строительства. Поэтому, если не работает, будем так говорить, бюджет, не работаем и мы. Но неприбыльность, я считаю, что она как бы у нас такая неведомая. Ну, то есть ее сказать, что мы не платим заработную плату, не платим налоги, это неправильно, потому что мы в течение, допустим, со второго полугодия накапливаем себе багаж, то есть задел делаем для того, чтобы первый квартал следующего года жить нормально, без всяких задержек по заработной плате и неуплате налогов. Подожди, вот я правильно поняла, за полгода вы получили 569 тысяч оборот, а потратили 1 260 000. То есть 1 260 000 да. Это ваша зарплата, да, то есть да, зарплата все в порядке, вот, а 600 тысяч вы получили, вам пришли деньги, а на 1 200 000 вы потратили. У нас в прошлом году. Не слушайте, у нас в прошлом году прибыль составила порядка 1 200 000. Вопрос нет. Ваш доход 2,5% от всего бюджета. А, да. А это обязательно вообще? Я, конечно, не понимаю, да, может, это законодательство. Это законодательство. Сметной стоимости 2,5%. Это не от бюджета. Сметной стоимости объекта. И наше коммунальное предприятие. А что входит в эти 2,5%? 2,5% сопровождение проекта? Да, сопровождение проекта. То есть это проектирование, это заключение договоров на проекте, берем ТУ, прохождение экспертизы всего и провождение технического надзора. Давайте так, реально тенденция будет следующая. Все 2,5% от всех бюджетных денег и от всех заказов заходят к вам. Да. И вы берете обязательства, по вашим словам, сумму на зарплату потратить. Ну почему? Правильно? Не, ну я смотрю просто, я по цифрам. Не, ну, вы для чего созданы? Созданы. Процент разложите, куда они идут. Не, а теперь еще следующий вопрос. Смотрите, у вас был план 1 158 000. Да. Да? План дохода получить 2,5 от бюджета. 1 157 000 вы подогнали заработную плату чуть-чуть капительку под то, что вы должны получать. Вы из 1 158 000 получили 569. Это наш бюджет. Я правильно понимаю? Да, на сентябрь месяц выполнен на 50%? Даже меньше отлично. А? Даже сейчас меньше. Как вы приостановили? Понятно. То есть даже вы, вот ваше капитальное строительство создано для того, чтобы брать 2,5% от всех объектов. Новых. То есть вы не сопровождаете? Мы сопровождаем. 2,5% больше? Нет, нет. Нет. Там надзор сколько? 1 870 000. А сколько у нас человек? У нас сейчас 24 человека. А средняя заработная плата? 5,7. Вот как по тому проекту 5,7. Я не по тому проекту, потому что
как бы. В общем, зарплата все в порядке, потому что вы ее выполнили полностью, а мы вам не заплатили. А вот деньги на депозите лежали, какие деньги вы взяли? Почему? Деньги у вас по приходу, у вас по приходу 600, а 1 260 000. Да, немножко положили на депозит. Так у вас еще какие-то доходы, наверное, есть? У нас еще есть, дайте нам возможность, мы будем строить что-то. Нет, я вообще не понимаю, у вас заряжались в прошлых лет? Да, ну, у вас 600 пришло, 1 200 000 вы потратили. Ну, я вам говорю, что мы в прошлый год получили 1 200 000 прибыли. То есть оно у нас аккумулировано и лежит на расчетном счете. Мы понимаем, что первое полугодие у нас без движения. А вы считаете, что второе полугодие у вас? А второе, да. У нас сейчас на сегодняшний день по техническому надзору 186 договоров заключено. Так еще надо думать, как им помогать городу, я понимаю так. Правильно? Может быть, да. Не может быть, это точно. Если вы. Зарплаты, если у вас лежат деньги, которые вы не знаете, как потратить, и вы, ну, как бы не чувствуете. Поверьте, не подсказывайте. Ну как это не подсказываете? Мы будем подсказывать, потому что вы тоже живете в этом городе и должны нести на себе бремя тех проблем, которые несут все остальные. Правильно? Да, и мы не шикуем. Я вижу, ну понятно. Скажите, пожалуйста, вы не шикуете, а машину Черри это вы купили? Наше предприятие, да. Ну это, то есть опять-таки, вы же не шикуете, у вас проблемы. Вот вы всего 600 тысяч недозарабатываете, бедствуете, машину купили, правильно? А что ваши действия по поводу переулка Флотского, которые сделали в центральном районе? Что вы, как вот вы предприятие отреагировали для того, чтобы защитить интересы жителей? Вы не знаете? Не знаю. Спасибо. Тем не менее, мы вам платим 2,5%, честно, 2,5% за капремонт, и правильно? Так же. Да. Новые строительства. Ну, Плоский не наши. Ну, подождите, вы же как бы занимаетесь контролем качества выполненной работы города, правильно? Города, да. А это город, Плоский, это город, центральный район. Ну, мы все договора у него есть. Да, у нас же сейчас порядок, если договора заключают технадзор. Ну, подождите. Мы с вами говорим о том, что предприятие ищет, как помочь городу, и с перепугу купило Черри себе за 200 тысяч. Я говорю о качестве работы и ответственности, которую несут все коммунальные предприятия за интересы жителей. Я об этом говорю. Что было 600 тысяч, и они бац, с прошлого года еще 600 тысяч. У вас ситуация будет и в следующем году, у вас будет там 2 миллиона тоже на счетах лежат. Вы не будете знать, что с этим делать. Купите еще себе Мерседес для предприятия. Это же так нужно сейчас было. Вы не перебиваете. Первое, расскажите мне все-таки организационно, в чем разница между вами и управлением и распределением доходов? Каким образом по 2017 году происходит? Различие между управлением и нами, мы по жизненному статусу, мы поддерживаем. То есть мы второй уровень, будем так говорить. А УКС это расстояние. То есть в УКС имеется возможность даже закупать основные материалы, а у нас этого нет. То есть это ложится на функции распорядка. С точки зрения организации, насколько правильно наличие двух вот этих субъектов, направленных на решение одной цели – строительства? Понимаете, я бы сказал, задачи у нас общие, но только при создании управления капитального строительства мы отходим на второй план и будем вести лишь только технический надзор. Управление будет заниматься разработкой проектов. Управление приходится вам, потому что такого нет. И все-таки, а когда закончится формирование управления? Когда они станут на промышленные рельсы? Они стоят уже, они готовы, они ведут сессию, чтобы перераспределить бюджетные. Чтобы перераспределить. Да, перераспределить. Хорошо, выток за первое февралище у вас 691 тысяча. Причинами вы называете недостаток 50 объектов. Поясните, пожалуйста, более детально, кто причина. Ну, смотрите, у нас на наших
объектов, те, которые мы непосредственно заказчики, выделено из бюджета порядка 76 миллионов. А мы запустили их, и на сегодняшний день у нас отработано всего лишь 13 миллионов. Поэтому вот такой вот разрыв массовый. То, что мы не успели просто с входом нового закона 18-17. Просто нас многие пошли на переэкспертизу, а это затянуло. Переэкспертиза прошла 2 месяца. Потом торги тоже есть удачные, есть неудачные. Поэтому у нас такой сбор. Вы, как руководитель, несете ответственность перед горсоветом и горожанами за прибыльность вашего бюджета. Те аргументы, которые вы сейчас назвали, но они показывают у крайне низкой системе организации. Потому что вопрос у меня, почему вы не готовились за